Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 РУС. Сегодня у нас на обзорчике версия игры 0303.16. Ссылочки найдете в группе, значит, на пираточку, да, и которая играет через Steam. И от покемона, от Евгения, сделал он у нас очередное обновление. Пока ГАЗ-53, здесь я вижу, что присутствует ГАЗ-52, значит, офигенные машинки, как обычно, текстурки, все присутствует, значит, добавлены какие-то аддоны, есть прописка водителя, значит, я уже водителя запихнул, все это можете скачать на STMods, на сайте, видео я выложу туда же, наверное, под машинку. Значит, давайте пробежимся по аддонам, значит, ну, тут, видите, воркшоповские файлы, все буераками, то есть, как бы, ну, бог с ним. Скоро у меня грядет с машинками тоже от Евгения, от покемона, и там я сам конвертнул 53-52 газон, там будет 4 газона. Плюс будет 4 на 4 газон, еще 52 тоже от Евгения, там я налепил аддонов различных. Будет все возить, грузить. И прописано все будет адекватно. Ну, давайте заведем сразу, присутствует свой звук. Колеса. Значит, два варианта на них стоят. Колес такие и вот такие. Попробуем. Давайте проедемся по-быстрому. Загрузим его. Все должно, ребята, грузиться, разгружаться, загружаться, значит, все должно работать, все работает. Значит, также для сцепки присутствует еще прицеп, значит, вот такой, 500 топлива, 100 ремонта, 3 гаражачка, значит, да, вот так это все выглядит. Двигателя, колеса, бочки и все как надо, короче. А, присутствует, ребята, еще на прицепах анимашка. Видите, опоры. Опора здесь подпускается. Снимается. То есть все адекватно работает, все есть. Значит, так, скидываем сцепку, ребята. То, что там больше, по-моему, ничего не цепляется. Проверим кузова. На кузовах тоже, ребята, тут, по-моему, где-то анимация есть. Бар, да? Вот, открывается бор. Также на машинах анимация открывается двери. Значит, давайте загрузим его по-быстренькому. Ой, где-то нажал, сорян. Все, грузится пиндосами какими-то. Прикольно выглядит. Все, ребята, скидывается, загружается, все отлично. Дальше ставим следующий кузов. Так, ремонтка 400 литров, 700 ремонта, 0 по гаража. Можно, в принципе, ехать. Есть, присутствует еще вот такой у нас прицепик. Это уже я Женьке подкинул идею. Переделать, значит, такой у нас борт. Также, ребята, грузится. Все скидывается у нас, все загружается, снимаем. Так, вот, ребята, присутствует новый вариант у нас такого аппарата. Все тоже рабочее, значит, выдвигаются опоры. Так, это что у нас? Клешни рабочие, значит. Клешня тоже работает. Так. Поднимается, свет присутствует, пятерочка, четверочка, ох ты, блин, нифига себе. Ну, сложно будет в управлении, я думаю, как бы по сути-то. Все поворачивается, опять же, то есть можно его, ребята, теперь использовать полностью, на карте будет он разгружаться, загружаться, все как надо делать.
сейчас надо только привыкнуть к управлению. Ладно, мучить не буду я его долго. Значит, давайте проверим его на загрузку. Думаю, что тоже все, ребята. Оп, он адекватно грузится. Причем, смотрите, дрова как сделана специально под манипулятор. Женя выложил тут дровишки, прикольно, кстати, смотрится. Так, скидываем. Естественно, все загружается, все скидывается, все отлично. Так. Скидываем. Дальше у нас это прицепик, я смотрел. Мигалка, топливо. Значит, все тоже у нас адекватно должно, по идее, работать. Автомобили, значит, ребята, задний привод. Все проседает, педагогически все нормально. Автомобили оба задний привод, поэтому помучиться на картах придется, наверное, по проходимости сильно не буду. Не знаю, не ездил, еще не смотрел. Так, а что мы лупили? Что-то лупили. А это запаска, ребят, по-моему. Да. Ставится запаску под розовские колеса. Ставится еще у нас вот такой. Платформа лесовоза, да? Ну, тоже, естественно, все, ребята, загружается, все скидывается. Очка скидываем, загружаем, все отлично, снимаем, да? Снимаем, ставим. Вот появился, ребята, Женя поставил новый уголок, такой тентовый борт. Значит, и последний у нас такой. А, ну это другая запаска, ребята, вот. Запаска под другие колеса, под двухвостные, вот эти. Больше стоит. В принципе, давайте поставим такие. Запаску поставим, эту запаску поставим. Где эта штука? Вот она. Значит, так, и загрузим, да. Катимся по-быстрому. Значит, видите, тут водитель, ребята, отсутствует, но прописка там есть. То есть прописочка есть. На СТМОД там Женя написал. Ставите прописку, значит, вписываете водителя. Вот я вписал уже в ГАЗ-53. Видите все, да? То есть вот прописочка работает. Заводим свой звук, покажу. На этот мы поедем, поставим шоссейные колеса, такие дефолтные. Значит, давайте воткнуть сюда новый аддончик. Где он? Вот он. Вот он. И прицепчики. Вот такой прицепчик, да? Прокатимся заодно. Так, там есть точка зацепа, на прицепе нету точки зацепа. Давайте прокатимся на зацепе.
старом не было практически магии, никак не могли победить. Наверное, как не выйти на финал. Все под разом. Кстати, вот водилы нету, давайте, если кому интересно, сейчас я вам покажу, как это делается. Вот, сворачиваете игру, сейчас подождите, свернули мне игру. То есть, вот, ребята, вот это я уже прописал в 53-м газоне, так. Сейчас мы открываем, это пак мой, так, вот машины, так. Ищем вторую машину, то есть, как она называется, в принципе, вы можете посмотреть вот здесь. Вот тут в текстовом документе, то есть вот он 53 идет, это вот буераки вот эти, которые прописаны, вот 6s 1 qm, вот это 53, да. Вот мы его берем сейчас, эту я фигню сейчас просто закрываю, потому что мне это нам не надо, я уже и так разбираюсь. Значит, поднимаемся сюда наверх, заходим классы Stracks. Так, и вот они два, вот, которые размером большие, это стопудово, как бы, ребята, машины. То есть, это вот один, вот он второй, это идет. Перетаскиваем сюда, вот уже я прописал 53-й. Сейчас мы пропишем вот это же самое. Так, здесь сделаем плагин. Форматировать, Spin Tires, вот так. Теперь тут позиция водителя идет после мотора. Вот, берете, копировать. Вот такую строчку нужно обязательно. Там уже нету скобочек вот этих, ребят, где на SNMOCE выложено. То есть вот мы берем мотор, Enter, вставляем сюда. Вот прописка, она появилась, да? А на SNMOCE, смотрите, вот она прописочка идет. Нету вот здесь скобок в начале, то есть вот тут и в конце. Вот этих вот скобочек, вот этих вот конкретно. Передней, вот этой с закрывашкой задней. То есть там прописана только вот эта строчка. Вот, сам текст. И в итоге, так, ну все, мы воткнули, да, водилы видели, что не было, да, сейчас мы его, как говорится, реанимируем. Так, игра. Ну, сейчас мы чехло. И все, видите, водила сразу появился. Без всяких проблем, то есть вот водила у вас присутствует. Также, ребята, свет, подсветка приборов, масло горит, давление плохое, а стрелка сразу зашкаливает. Ну, в принципе, все тут анимация, ребят, тоже стрелки, все это присутствует. Значит, вот такой вот газончик, 50, вообще это 52-й газон, я не знаю почему. Давай.
его прописан. Я думаю, все одинаковые стоят. У меня в паре тоже, я думаю, что все взаимозаменяемые дома полностью. У меня всех машин будут стоять одни и те же одни, только мобильные подсветки. Где-то присутствует анимация руля, где-то отсутствует. Естественно, женщины, я думаю, что будет мода будет побольше. Потому что там запаски, его ребята поднимутся, и получается запасы ставятся, то есть там отдельно. Сейчас многим будет делать анимацию ребята на других машинах, на которых запасы будут шиты. Значит, не будет анимация. А так, в принципе, вообще на подобные зайчики, в принципе, они прицепы и так далее. Там я там волновал зайчики с автомобилей, с автомобилем 13.4, где-то на самом деле там есть. Мой уже посмотрел прицепы, колеса. Сделаю синхронизацию света обязательно, чтобы не ночью. Вот, ребята, вот такой получается, что скринчат сделаю. Такой пак газона под покемона от Евгения. Значит, считаю, что, как обычно, Женя молодец, все сделал обалденно. Единственное, что вот воркшоповские файлы, как бы это, да, я бы, конечно, переписал. Ну, кто хочет, ребята, можете переписать, кто умеет. У меня в паке, значит, будет все уже переписано, то есть все будет нормально отображаться. И мультиплееры все будет работать. Так что вот, ребят, такой обзорчик. Всех с наступающим Новым годом. Значит, данный тоже, можно сказать, пак. Два газона, 52 и 53 получается, по идее. Можете скачать на сайте STMods. И у меня в группе Spintire Driver 51 Rus. Ссылочки будут там выложены и опять же под видео на канале. Так что вот такой обзор получился. Моды офигенные. Женя, спасибо. Скажем спасибо покемону за предоставленный мод. Значит, всех ребят еще с наступающим праздником. Подписывайтесь в мои группы, на мой канал. Ставьте лайки, делитесь видео. Всем удачи, всем пока. С вами был Драйвер 51 Русский.